Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Как всегда, продолжаю делиться с вами информацией моего визиона. Только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами новинкой. Это новое расширение без вложений Eden Money. Значит, только для пользователей из России написано. Я только сейчас заметила. Пассивный заработок в браузере. Установите в браузер бесплатное расширение и зарабатывайте деньги на полном автомате. Значит, здесь это все прочесть можно. Я уже не буду зачитывать все. Минимальный вывод от 1 рубля. Мы будем зарабатывать здесь в поинтах. 100 поинтов равно 1 рублю. И как это работает? Значит, зарегистрироваться, установить расширение и зарабатывать. Значит, ну здесь вопрос, что такое расширение, как осуществляется выплаты. Вот здесь 100 поинтов равно 1 рублю. И минимальный вывод от 1 рубля. Значит, так. Здесь довольно-таки своеобразная такая регистрация. Буду все делать, друзья, в режиме онлайн. Значит, нажимаю вкладочку «Регистрация» и смотрите. Авторизация. Вводите свой аккаунт через одну из социальных сетей. Вот почему-то у меня появляется. А если вход и вход? Значит, ладно. Нажмем регистрация. Значит, смотрите, это ВКонтакте. Вот это я не знаю. Значок Яндекс, что это? Это Google. Я бы хотела войти, конечно, через Facebook. Вот я попробую вот этот значок. Если у меня не получится, тогда через ВКонтакте я зарегаюсь. Нажимаем на значок. Что это у нас? Сейчас мы посмотрим. Так, кто-то, я не знаю, что это такое. Вот смотрите. Сообщество Google Chrome. У меня нет такого. Ладно, друзья. Будем с контакта. И я попала, друзья, в кабинет. Так, я зарегала. Значит, смотрите. Сразу у нас здесь баланс. Сегодня на рефералах сообщества ВКонтакте и Телеграм-сообщества. Давайте установим расширение. Вот у нас здесь вкладочка «Установить расширение». Нажимаю. Перебрасывает интернет-магазин Google Chrome. Адемани. Нажимаю. Так, установить. Вот так здесь все показано. Установить. Установить расширение. Ждем. Вот оно у меня устанавливается. Сейчас должен появиться значок. Ага, вот у меня расширение. Смотрите, вот оно появилось. Меня сразу перебросило на страничку куда-то. Так, установка расширения Eden Money завершена. Значит, нажимаю в кабинет. Так. И смотрите, вот у меня вот этот зеленый вот крайний значок. Нажимаем на него. И здесь будет наша информация. Так. И, как я понимаю, это партнерская ссылочка. Так. Значит, ну давайте пройдемся теперь по кабинету. Значит, ну что, вывод у нас, как я сказала, от 1 рубля на Киви.
Яндекс и мобильный телефон. Также реферальная ссылочка. Опускаемся ниже. Наша статистика. Так, далее. Рефералы вкладочка будут отображаться. Далее рекламные материалы. Вот такие вот у нас рекламные материалы. Значит, здесь выплаты. Видите, уже пошло поинты. Значит, ну здесь вот будет история выплат. Новости. Так. Как бы это все прочесть? Можно уже сами прочтете. Помощь. Это что у нас? Помощь. Ага. А здесь, походу, вопросы-ответы. Как осуществляются выплаты, я уже говорила. Так, расширение зарабатывает поинты, которые впоследствии можно обменять на реальные деньги и вывести на популярные платежные системы. Обмен производится по курсу 100 поинтов равно 1 рублю. Минимальная сумма для вывода 100 поинтов, то есть 1 рубль. Так, здесь партнерская программа. Так, ну что, теперь можно... Так, это выход. Вернуться в кабинет. Ну, вроде как я все вам показала. У меня есть, друзья, вот такое вот расширение тоже. Я вот буквально вчера... Ну, как бы я неплохо зарабатываю на расширениях. Вот я вот с этого расширения, TSR Fast, вот буквально вчера вывела 100 рублей. Я даже вам сейчас покажу. Я видео не писала. Я просто сделала скриншот. И как бы я выкладываю все у себя на страничке ВКонтакте. Сейчас я вам покажу вывод свой. Так, где я делала скриншот? Вот он, по-моему. Так, TSR Fast, да. Вот, смотрите. Нажму сейчас на картинку. И вот дата операции 17 октября. Сумма получения вот 100 рублей. Так. Так, сумма получения 100 рублей. 17 октября. Комментарий. Вот, Paument, вывод, TSR Fast. Вот, вот с этого расширения я вот вчера вот сотенку вывела. У меня еще расширение. Ну, у меня по всем браузерам они раскиданы. Тоже есть расширение и как бы неплохо и зарабатываю. Ну, кому интересно, друзья, пользуйтесь. Здесь также можно вот рефералы, рекламные материалы, выводы, новости, помощь, бета. Это что у нас за бета? Так. А здесь ничего, здесь тоже какая-то информация. Но уже как бы... Сами уже можно все прочесть. Смотрите, у меня уже ничего, блин, ни окон никаких. У меня просто уже 14 поинтов. Вот. А, здесь вот есть вопросы. Можно сообщение написать. Ну, посмотрим, как себя покажет. Как бы этот... Вот. Поделиться, это все поделиться. А здесь вот статистика у меня пошла. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, пользуйтесь. Но неинтересно, друзья, проходим мимо. Вывод, естественно, буду проверять. Делать видеообзор. Вот. И как бы вот сообщество ВКонтакте. Давайте-ка нажмем. Ага, вступить в группу. Вот, пассивный заработок. Конечно, вступим в группу. Как же включить уведомления? Обязательно. Ну вот. И здесь можно как бы это самое быть в курсе событий. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.